Ребята, всем привет! Ну вот, мамин отпуск уже подходит к концу, и, как мы и обещали, снимем небольшое интервью о маминых впечатлениях здесь за этот небольшой период и посмотрим, чем она с нами поделится. Начнем с самого простого вопроса. Мам, ну как тебе Америка? В Америке мне хорошо, потому что я в первую очередь у детей. Друзья меня тоже спрашивали, как тебе Америка и что Америка. Я сказала, если по воле судьбы мои дети оказались те, им хорошо здесь, значит и мне здесь хорошо. Я ехала в гости к ним, не к Америке и не в Америку. Так что мне здесь хорошо, я с детьми. Что понравилось в Америке? Ну, понравилось очень многое. Первое, вот видите, какую я красоту держу. Вот эту красоту я вижу каждое утро. Она настолько солнечная и жизнерадостная, эмоциональный тонус повышается сразу. Второе, море, конечно, я видела неоднократно в своей жизни, но океан – это что-то. У меня к океану и к морю очень сакральное отношение. Это само божество, это сама душа. Поэтому здесь, возле воды, я чувствую себя очень спокойно, умиротворенно и то, что называется полная релаксация. Второе, мне очень нравится, что здесь чисто, нету пыли. Несмотря на жару, на влажный воздух, здесь нету пыли. Чистые улочки, чистые тротуарчики. В доме нету этой нам надоедной европейской нашей пыли, что бесконечно ходишь с тряпкой. То есть здесь экологически очень чисто. Второе. Третье. Дети меня познакомили вот с фауной, с флорой. Мы были в парках. Я видела очень много интересных растений экзотических. Я видела игуаны, которые ползают по городу и по аллеям, по дорожкам, вот как у нас воробьи скачут по лужам. Очень интересные животные. Увидела впервые эту ящерицу-плащеноску, которая бегает на передних лапках. На океане увидела калифорнийского серого баклана. Вот я знаю белого баклана. Тут я очень поразилась, что он... Пеликан, да, пеликан. Вот Денис правильно говорит. Пеликан. Очень поразилось, что он серый, огромная птица, мощная, энергичная. Это, конечно, все потрясает. Третьи дети меня сводили в роскошный парк, ландшафтно-архитектурный, Виская. Поразили эти ландшафты, которые одновременно сочетаются с природными ландшафтами, и в то же время разбитые все эти скверики, газончики, это все так гармонично вписывается, фонтанчики. Очень красиво, очень впечатляюще. Свозили меня в Орландо, в Universal Park Resort. Очень интересные аттракционы, очень захватывающие. Хорошие условия для отдыха, все очень продумано. Вообще здесь вся система, мне понравилось, что она очень продумана. Даже простая вот платежка парковки, все очень четко продумано, все очень сведено к минимуму. Очень удобно. Люди бегают по утрам, занимаются все-таки спортивным каким-то активным отдыхом. У нас, к сожалению, в городе таких возможностей нет. Эти пробежки совершают только по набережной. А здесь у них позволяют улочки, движения такого нет в этих улочках. Чистые тротуарчики. И люди свободно утречком, вечерком они себе делают пробежку. То есть они занимаются своей все-таки здоровым образом жизни. Вот это мне понравилось. Хорошо, что не понравилось? Ну, я не скажу, что не понравилось, но для меня пока вот за две недели все-таки тяжело привыкнуть к этому климату. Потому что утром 26, вечером 26, ночью 26, днем жарко. И не столько эта температура дискомфортна, потому что у нас в Молдавии тоже жарко, 32, 34 и 40 доходит. Вот, сколько то, что нету вот этой утешительной прохлады по утрам и по вечерам, когда организм отдыхает от этой жары, от этой духоты, появляется свежесть. Здесь этого нет. Здесь все время душно, влажно, и вот как для меня, мне не хватает воздуха. Ну, я так думаю, что это просто... Все равно должен быть какой-то период акклиматизации, и за две недели он не так быстро проходит. Вот для меня пока вот это тяжело. Я задыхаюсь, мне тяжело дышать. У океана, да, ветерок обдувает, и хорошо, дышится легко. А непосредственно вот отходишь от воды, и
Ветерка этого нет, и начинается вот эта одышка, вот эта влажность, пар. Тяжело. Ну, вот это может быть такое. Ну да, ну потому что ты приехала в летний сезон, сейчас как раз пик жары. То есть это самые жаркие месяца. Сейчас июль, август, сентябрь — это будет самый жаркий месяц. Но потом это все спадает, поэтому, конечно, когда приезжаешь и потихонечку приходишь к этому климату жаркому, то это легче. А когда сразу сюда попадаешь, то, конечно, будет первое время неприятно. Хорошо. Расскажи нам, как тебе местная еда? Вот мы были в разных заведениях. Что тебе понравилось? Сможешь ли ты разрушить тот миф, что все американцы сидят здесь только на фастфуде, и еда у них невкусная? Ну, я не могу сказать, что там на фастфуде. Привычных, конечно, там для нас каких-то блюд нету. Денис все-таки готовил сам, поэтому, чтобы у меня не нарушалась так вот резкая такая перемена в питании, Денис готовил сам, поэтому я ела привычную еду. Для ознакомления, ну, ездили мы в японский ресторанчик, и я, конечно, поела эту всю экзотическую восточную кухню. Мне понравилось. Что-то больше, что-то меньше. Ну, я просто уже третий раз я туда не поеду, потому что у меня была аллергия. Вот, я человек северный по крови, и мне это не очень пошло в пользу. Хотя было интересно, было вкусно. Денис мне показал их классическое мороженое, я попробовала, Ben & Jerry's. Да, вкусно, сытно, калорийно. Ну, люди старого поколения меня поймут. От нашего, конечно, классического советского пломбира это далеко, как от Киева на четвереньках. Но вкусно, вкусно. В будущем хочешь еще посетить Америку? Ой, ну как я уже Денису сказала, я уже думаю с ужасом, как я буду ехать обратно, ты уже хочешь, чтобы я ехала снова. Ну, время покажет, конечно, но для меня дорога пока затруднительная. Мне, конечно, страшно опять думать, проделывать такой путь. Ну вообще понравилось здесь? Ну, понравилось, поскольку это, как называется, это как в любом курортном месте приезжаешь, тебя всегда отдых, это какой-то коротенький период праздника, отдыха. Уже я, конечно, понимаю, что отдых есть отдых, отпуск есть отпуск, а будни есть будни. Конечно, мне понравилось. Как в любую туристическую поездку, если вы поедете, вы приедете впечатлениями, довольны, отдохнувшие. Точно так же у меня. Глубже это уже должна жизнь показывать. Так, конечно, мне все понравилось. Что ты можешь посоветовать ребятам, которые только прибывают в страну? Новым иммигрантам или вообще тем, кто хочет здесь что-то построить? Ну вот как я посмотрела, как работают мои дети, сосредоточенно, с самоотдачей, допоздна, в часу, в полутора езды от дома, видится только раз в неделю по четвергам, потому что у каждого своя работа, у каждого свой график. Ну что я могу сказать? Те, которые действительно сюда приезжают по контракту, может быть, для них это самый благоприятный выход. А те, кто приезжает сюда действительно как иммигранты, они просто должны настроиться на то, что это не... Это как конфетная обертка. Она может быть очень яркой и красивой снаружи, но это еще не факт, что у вас там такое же качество и такая же красота ждет внутри. Вы должны сюда ехать с понятием тем, что вам придется работать. И если ваш труд или ваша специальность не востребована, может быть, вам даже придется начинать с того, что вы будете где-то мыть полы или вы где-то будете мыть посуду. Вам никто здесь ничего не даст. И, честно, вас никто здесь, как таково говоря, и не ждет. Вы должны все добиваться своим трудом и своим упорством. Хотите – пробуйте. Но должны помнить, что это долгий, упорный труд для того, чтобы вам снизу потихонечку подниматься по карьерной лестнице вверх. Тогда, да, конечно, у вас появятся и те блага, и те все условия и удобства, какие здесь имеет на местное население. Но для этого надо трудиться, для этого надо работать. И не 3 часа, и не 4 часа, иногда и по 12 часов. Так что, если вы готовы с высшим образованием где-то мыть полы и мыть посуду, то, конечно... Старайтесь, пытайтесь. Если нет, то лучше, конечно, вам не дергаться, чтобы не ломать себе психику, не ломать стереотип и не быть разочарованным.
все, что я вам могу посоветовать. О, спрошу тебя еще про один очень такой распространенный миф о том, что в Америке сплошь и рядом ходят одни толстые. То есть ты убедилась в этом, это так или это не так? Ну, если говорить в процентном соотношении по отношению, допустим, к нашему населению в Молдавии, да, у нас, конечно, толстых людей меньше. Действительно, аномально толстых. Здесь это наблюдается больше, даже у молодежи. Ну, как ребята говорят, что это преимущественно население латинос. Это испанцы, португальцы, вот, мексиканцы. Они любят очень калорийную, тяжелую пищу. У них культ еды. Это у них стереотип такой национальный. Может быть, это что они склонны. Ну, наверное, в соотношении может быть процентов 60. Действительно, есть люди с избыточным весом. Процентов 40 подтянутые. Ну, это юг, поэтому, может быть, туда севернее, там, соответственно, другой образ жизни, другое мышление, другое питание. И люди более подтянутые, более спортивные, я так думаю. Потому что у нас тоже северяне более подтянутые, чем южане. Вот. Ну, так как я смотрю, что люди здесь бегают по дорожкам, занимаются своим здоровьем, соблюдают его, очень много катаются на велосипедах. То есть они достаточно активный образ жизни ведут. Ну хорошо, я думаю, на этом все. Такие самые основные моменты мы затронули, основные вопросы задали. То есть какое-то впечатление уже можно сделать от того, сколько и как здесь мама провела свое время. Поэтому, ребята, всем спасибо, пока, увидимся.